В Симферополе возле сквера Победы прошел детский праздник в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. На асфальте одной из аллей большими буквами написали слово «Мир». Дети заполнили его всевозможными рисунками, которые ассоциируются у них с этим понятием. Рисовали, пели, танцевали, говорили о том, что Крым, как и вся Россия, против терроризма. На детском празднике, посвященном совсем не детской теме, вспоминаются строки известной песни. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо». И хочется добавить «Чистое небо над головой». В День солидарности в борьбе с терроризмом объединились все, от мала до велика. В Симферополе ребята украшали своими рисунками на асфальте одну из аллей. Мероприятие подготовлено в честь памяти погибшим в Беслане. Мир во всем мире, за добро, за семью, за счастье, за радость. Вот этому все сегодня посвящено. Смысл в том, что мы на асфальте написали большими буквами «Мир» и приглашаем деток, чтобы они на этом слове, в этом слове, в этих буквах рисовали картинки, которые ассоциируются с миром. Солнце, семью, улыбку, книги, радугу, море. Все, что ассоциируется с этих деток. Детки разных возрастов, и 5 лет, и 10 лет. И очень интересно посмотреть, какие рисунки они будут рисовать и что именно у них ассоциируется. Маленькие дети радуются возможности порисовать на асфальте. Те, что постарше, уже начинают осознавать смысл мероприятия и вдумываться в происходящее. Родители приняли праздник очень тепло и с пониманием того, что нужно помнить о трагедии в Беслане 2004 года. Чтобы дети понимали, что такое доброта, мир, любовь, чтобы они были более доброжелательны друг к другу. В завершении мероприятия выступил детский танцевальный коллектив на ступени Государственного совета Республики Крым. Кроме этого, дети исполнили тематическую песню. Никита Егоров, Борис Давидяк, служба новостей ИТВ.